Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Поминовение усопших со времен апостольских. В Троицкую Вселенскую Родительскую Субботу глава митрополии возглавил чинопоследование панихиды. Все ночные бдения в преддверии престольного дня. В канун праздника Святой Троицы владыка Аристарх совершил богослужение в храме поселка Инской. День рождения церкви. В рубрике «Без комментариев» расскажем о богослужении в одном из самых красивых храмов областной столицы. Святая Русь. В Кемерове побывали участники Всероссийского автомобильного крестного хода, приуроченного к грядущему 600-летию явления Животворящего Креста. Чтобы помнили. В школе села Проскоково установили стенд для героев Советского Союза. В канун праздника Святой Троицы Православная Церковь сугубо молится о своих верных чадах, окончивших земной путь. 15 июня по окончании Божественной Литургии в Знаменском кафедральном соборе Кемерово митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил чинопоследование панихиды. Перед началом заупокойного богослужения он произнес проповедь, в которой рассказал о традиции и пользе молитвы об усопших, а также об установлении Троицкой родительской субботы. Вратами смерти проходят все без исключения люди на земле, и святые, и грешные, и даже сама Матерь Божия прошла этим путем земной человеческой жизни через свое человеческое успение. Однако мы должны с вами благодарить Бога, что каждый получает бесценный дар, бессмертную душу. Среди прочих родительских суббот, а их в году 7, особо выделены вселенские, в которых Православная Церковь молитве напоминает вообще всех крещенных христиан. Таких суббот две – Месопустная за неделю до Великого Поста и Троицкая, накануне праздника Пятидесятницы. Остальные родительские субботы не относятся к вселенским и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей. «Оставление согрешений во блажении памяти приставшихся, Господу помолимся». Молитвы за умерших нужны не только им, но и нам, потому что настраивают душу на небесное, отвлекают ее от суетного, согревают сердце любовью к Богу. К тому же они располагают души к исполнению заповеди Христовой, готовятся к исходу на всякий час. И это дает нам силы уклоняться от зла и воздерживаться от грехов. Покой, Господи, душу усопших храм Твоих. По окончании богослужения владыка призвал всех не забывать молиться о своих усопших родниках и преподал общее благословение. В канун двунадесятого праздника Святой Троицы в поселке Инской города Белово митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх в преддверии престольного праздника совершил всеночное бдение в храме Святой Троицы. В праздничный вечер архиерею сослужили клирики Кузбасской митрополии. Заступи, спасибо, милое, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помни. На вечерней архиерей совершил последование литии с освящением хлеба, пшеницы, вина и елея. На утренне владыка прочел повествование апостола Иоанна Богослова о явлении воскресшего Спасителя 11 ученикам и ниспослании им Святого Духа. Речежим Иисус паки, мир вам, яко же послами Отец, я посылаю вы. Также архиерей помазал священным маслом священнослужителей и прихожан храма. По окончании первого часа протоиерей Андрей Петручок, настоятель храма,
поблагодарил главу митрополии за посещение общины в канун важного события. Мы также вас благодарим за то, что вы, престола Божия, молились за всех нас, о том, чтобы мы утверждались в вере, в любви к Богу, ближним, чтобы все мы вырастали в полную меру нашего призвания человеческого, христианского. Пусть Господь благословит все ваши труды, укрепит вас в здравии на долгие и счастливые годы. Архиерей поблагодарил настоятеля за радушный прием и совместную молитву и произнес проповедь, посвященную Дню Святой Троицы. Мы с вами сегодня находимся на пороге великого двунадесятого праздника, который называется праздником в честь Святой Живоначальной Троицы. Своим вероучением, которое берет начало из Священного Писания, Церковь исповедует, что Бог един по существу и троичен в лицах. Знание этой истины дано нам в Откровении Божьем, в Священном Писании. И истина состоит в том, что есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. В завершении своего слова владыка еще раз поздравил всех с праздником и преподал свое архипастырское благословение.
Прихожане Знаменского собора Кемерово поклонились копии небоявленного животворящего креста Господня. Крестный ход начался 9 мая с города Владивосток. Вот, мы идем, планируем пройти по всей России с небоявленным животворящим крестом, который сейчас находится в Гаденово. Вот это точная копия, изготовленная в уфимской артели, уфимский иконостас. Вот, освящена она на Страстную Седмицу в городе Екатеринбург митрополитом Кириллом Екатеринбургским. Копия великой святыни Русской Православной Церкви сопровождает всероссийский автомобильный крестный ход «Святая Русь», приуроченный к грядущему 600-летию явления животворящего креста на Сахотском болоте в 1423 году. Ныне село Погост-Крест Ивановской области. Молитвенное шествие, организованное Магаданским отделением Всероссийского общества инвалидов, начало свой путь из столицы Калымского края в апреле 2019 года. Маршрут проходит через десятки больших и малых городов России по принципу «один город, один день» и предполагает свое окончание в Киеве в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля. В столицу Кузбасса крестоходцы прибыли в конце мая, и два дня у кемеровчан и гостей города была возможность поклониться копии небоявленного же творящего креста Господня, который уфимские мастера изготовили специально для крестного хода. Поклоняемся Владыко и святое воскресение Твое славим. На протяжении всего крестного хода перед святыней совершаются молебны и читается акафист честному и животворящему кресту Господню. В Кемеровской области продолжается акция «Кузбассовцы. Незабытые герои». Очередной стенд в рамках акции был открыт в селе Проскоково Юргенского района. На торжественной церемонии открытия выставочной экспозиции присутствовали депутаты облсовета Ирина Федорова и Василий Борисов, а также представитель «Единой России» Денис Борисюк. И до конца остались Родине верны. И мы в историю заглядываем снова, чтоб день сегодняшний измерить днем войны. Ученики прочли стихи о войне и исполнили патриотические песни. Затем депутат облсовета Ирина Федорова совместно с дочерью Павла Корякина торжественно открыла памятный стенд, посвященный герою. На стенде можно найти информацию о его подвигах, жизни, судьбе, а также личные вещи. Мы хотим, чтобы вы побеждали то, что называется трудом учиться, чтобы у вас были прекрасные знания, чтобы вы могли трудиться для того, чтобы страна наша была сильной и могучей. И сегодня, вот в этот торжественный день, скажем вам, с одной стороны повезло, да, это люди, ушедшие из жизни, но это великие люди, которые прославили Кузбасс, и они, их имя связано с Проскоково. Вы живете в селе, где есть герои Кузбасса, герои России. За образцовое выполнение боевых заданий, мужество, героизм, в боях за город Измаил на Дунае, в составе подразделения 4-го Украинского фронта он был награжден орденом славы 2-й степени. А за выполнение боевого задания в марте 1945-го, где был уничтожен пулеметный расчет противника и захвачен пленный,
За это он был награжден орденом славы первой степени. Командир отделения Павел Алексеевич служил разведчиком с января 42 года. Благодаря смекалке, храбрости и отчасти везению, гвардии старший сержант Павел Корякин неоднократно добывал ценнейшие сведения, внесшие неоценимый вклад в победу, за что награжден орденами славы всех трех степеней. Патриотическое воспитание очень важно для детей, поэтому, конечно, это значимое событие для детей наших, для школы, вообще для села. Моя прабабушка участвовала в войне, то есть она была на заводе, работала, шила одежду для военных действий, как теплые вещи для зимы перед летом. Большое спасибо всем, что не забываете. Моего папу, что уже 36 лет он лежит, и все вы помните, все делаете. Большое спасибо. Отметим, что в рамках акции планируется осуществить ремонт и благоустройство всех захоронений героев Советского Союза, которых в Кузбассе насчитывается 41, а также создать информационные стенды о них в школах близ лежащих населенных пунктов. Здесь коробочки, возьми коробочки. Руку подави сюда. Здесь коробочки, здесь. Это ларингофон. Вот тихо. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. Увидимся через неделю.